Светлый город остался без света. Технический сбой произошел сегодня около 9 утра из-за обрыва электрокабеля, соединяющего две подстанции. Обесточенным оказался центральный район города. Улица Советская, Ленина, Свердлова. Муниципальные предприятия «Эфир», «Муромский меридиан», несколько торговых центров, десятки банкоматов. На многих перекрестках перестали работать светофоры. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, специалистам потребовалось больше часа. Причиной сбоя стало повреждение кабеля при проведении раскопок. При производстве земляных работ, организации МУП «Водоканал» был порван высоковольтный кабель, соединяющий две подстанции. При этом было отключено около 10 подстанций городских. Отключен был центр города, улица Советская, Льва Толстого, Свердлова, Воровского. Оперативно городская электросеть произвела переключение. По плану мы должны уложиться в 3 часа, уложились в час.